Так, а теперь у меня проблемы. Да, летят он на меня. Блин, я думал, это боевой капитал. Я уже кучку не одну наложил. Оу, лазерная винтовка. Полезно. Чё, троих только высадил? Да нет. О, еда хорошая. Надо же. Так. Я тут собрался как раз в космос лететь. Повезло. Но турелька нужна еще одна. Не смешно. Ну ладно, это нормально справилось. Относительно нормально. Так, сделаю-ка я себе еще патрошек на всякий случай. Наверное, подрасходовал хорошо. Я слетал, короче. Сделал, в общем, скопал железо. 4000 было. И силикона, да, вроде все, больше. Ну, еще земли там. Нахреначил целую тонну, потому что на пентоксид я забыл, что надо брать с собой сканер руды. Ну, я молодец, как всегда. Поздравьте меня, семеро. Ладно, это не столь важно. А, запас топлива у меня с собой есть, водород у меня с собой есть, двигатель. Ну, я не знаю, на низ двигатель еще один впендюрить или нет. Давай-ка я впендюрю. Пригодится он мне или нет, я тоже этого не знаю. Тут еще привыкнуть к этому. Это мы меняем оси, я понял. Это у нас вроде вот так вот ставится. Да. Вот дополнительный движок для вертикального взлета. Этот я, наверное, буду снимать модуль. Так, надо зарядить патронами. Во-первых, себя, потом не себя. Патроны для миниган. Ладно, хрен с ним. Патроны для снайперских. Так, импульсную винтовку, пожалуй, я выложу. Вот эти патрошки пусть тоже. Он, кстати, немного их расстрелял. Можно поставить еще пару 30-миллиметровок. Неохота, правда, пока мне ничего ставить. Для безопасности, я думаю, стоило бы тут немного перестраховаться. Что за... Да. Забыл. А, приветствую всех, друзья. Забыл приветствовать. Так, 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 так. Где у нас это? Оружейное. Сразу для базы посмотрю. А то тут перепутать можно просто в путь. Еще одну оружейную построим. Ай, надо попробовать второй заход сделать. Ну, с пентоксидом-то я залежи. Ладно, не насобирал, и хрен ты с ним. Я вот думаю, может сразу попробовать на Луну зачипуриться. Ладно, рискнем, друзья, мы сразу на Луну полетим.
Патрошки все-таки я тут закину. Пусть они будут, потому что патронов, возможно, уйдет много. Если правда получится мне на этом корыте от чего-то отбиться. Так, я помню прекрасно про тот корабль, друзья мои, вы мне писали. Давайте сразу поясню. Давайте пока вот без этого захвата корабля. Мне охота пока вот так попариться. Так, ну, в принципе, должно хватить. Как считаешь? Две обоймы. Ну, должно хватить. Я знаю, что не хватит, но ладно. Так, стоп. Турель поставить. Они летят оттуда, да? Садятся здесь. Ну, значит, здесь поставим еще одну турельку. Вот так вот. Не сильно аккуратно, но должны вдвоем они сбить это все. Так, сразу турели нужно убрать, атаковать хищников инопланетян. Во-первых, я здесь бегаю и сам это все атакую. Они мне вообще ничего не оставят. Так, пентоксид есть, это все есть. Все, хорошо, конструктор есть. Так, воду я взял, это я взял. Жратва у меня есть. Ой, блин, неохота мне лететь, если честно. Надо прям до Луны лететь там. Но потом не знаю. Ага, боксерский ограничен. Интересно. Туда-обратно мне должно хватить, в принципе. Так, поднимаем все же заметно лучше, я тебе скажу. Сейчас этого получится, вопрос хороший. Серию-то выпускал или нет вообще? Да, выпускал. Сегодня была серия. Надо посмотреть, сколько вообще серий смогу наснимать. Возможно, я изменю пятницу, субботу, воскресенье сделаю. И через день. Не потяну я так много. По поводу корабля, да, интересный вариант. Там на него написали, я записал где-то на бумажке, что туда поставить. Но угадайте с одного раза. Правильно, бумажку я не знаю, куда дел. Потом в комментариях порыться, посмотреть это все, сразу сделать и заныкать. Не знаю, себе на лоб прилеплю. Обалденно будут читаться, да? Я вообще на столе надо поубирать, а то у меня тут уже бумажек хреново тонна. Да. Слушай, как ни крути, гипердвигатель очень дает много веса. Я хотел кобальта пособирать, но кобальта там мало мне требуется. Я говорю, сейчас не уйди, сайте найти, сделать этот бомж-быша, на него поставить турель, чтобы хотя бы эффективно отбиваться от дронов. Но я боюсь, сайте только в космосе есть, на планете его нету. Но на планету долечу, все-таки посмотрю, что там есть. Хотя бы не уйди достать. Да, кобальт, кобальт. А вот, что есть. Ой, блин. Так, интересно, я до солнца могу прыгнуть? Нет. Где это что такое? Джита чуть. Я прочитал джита, блин. Ай, слушай, а тут до хрена что есть, типа, исследовать-то? Помимо планет. Ну что, на Каймун один. Фиксируем цель.
Сейчас будут писать, не достает скорости. Угу. Влево берешь пробел, вот тебе скорость достает. Я не совсем понимаю, почему так. Так. Мне, так полагаю, нужно сначала к своему скоуту приблизиться. Отомстить для себя. Тому подлому дрону. Да, чувак, не поверишь, знаю. Или сразу на планету, как думаешь? Почему я не заметил того дрона? Может, этот радар их не показывает? Такое возможно или нет, кстати говоря, кто в курсе, напишите. Газ рефайнере. Так, ну я надеюсь, все получится. Хотя я сейчас совершаю ошибку, да? Большую ошибку. Так что, ну, его лесом. Ведем на Луну. Приземлимся, посмотрим для начала, что здесь есть за рез. Потом уже будем делать выводы. Но нет, надеюсь, всяко побезопаснее будет. Правда, в теории, ну да ладно. А там что еще фиолетовое вообще? Ах. Ну, кстати, есть что поисследовать. И в космосе, и на Земле. Слушай, я никогда не думал, что наконец-то в космосе я смогу что-то когда-нибудь найти. Я, конечно, находил раньше в центре системы, как правило, астероидных поясов, там всякие базы, но, блин, чтобы вот так вот было более-менее оживленно, да нифига. Ладно, погнали. Мы знаем, что в космосе этот ресурс есть, нет. Мы не знаем, что есть на планете. На планете будет хотя бы побезопаснее. Дроны космические сильнее лупят. Тут нужно реально БШ, капитальчик. Хотя можно на одну планету, потом на вторую прыгнуть. Сейчас Луна будет 4 или 5 размера. Какая тут планета максимальная в курсе? Я вам скажу, 6. Можете посмотреть, какого размера 5 планета. Шестую планету я на одном сервере видел. Это... Представьте планету раз в 10 больше, чем 5. Там одна планета была на сервер на 200 человек. Там я сомневаюсь, что на другой планете вообще можно кого-то найти. Ой-ё. Ресурсы, я понял. Все. Тихо-тихо, сваливаем сюда подальше. Так, какие здесь есть ресурсы? Да японская блоха. Еще здесь так всего много. Ну и чё? Тебе надо... Титан, да? Прекрасно. Какова же эта управляемость?
Так, здесь у нас есть титан, у нас есть магний, который мне нафиг не нужен, кобальт, возможно, пригодится, медь, кремний, железо. Ну, титан я нашел. Давай немножко скопнем титана на запись. Абсолютно, правда, для меня бесполезный ресурс. Потому что я могу его по-другому пособирать. А, ну хотя он не повредит в небольших количествах. А, так я вот тут залишь-то хрен да маленько. Чё, мои. Титан скопали. Хорошо. А как он хоть выглядит? Дайте заценить. А, о. Ну ладно. С одного стероида больше бы заработал. Так, ладно. Остался магний, кобальт. Это мне все не нужно. Кремний, прометий. Дрон с пушкой. Это не такая и проблема. Дрон с пушкой, привет. Что за ресурсы меня интересуют? Так, кремний. До сих пор силиконом называю. Железо не нужно. Не, здесь довольно-таки опасно. Полетели-ка наверх. Так, ладно, ну титан это-то ладно, хрен ты с ним, если что до планеты я смогу долететь, коли мне титан понадобится, я смогу его там... Сати надо достать, Сати где-то на астероиде. У нас усилитель герметичности в порядке. Такая один световой год, какая милота. Так, скоут. Блин, и здесь где-то этот хрен прячется, да? Да, эта скотина где-то здесь прячется. Прометий, да?
Да. Это как раз то, что мне нужно. Но вот вопрос в другом. Здесь надо не забывать, что был один засранец, который очень хотел меня убить. Так, кстати, есть. Так, ну я хотя бы нашел этот сатик гребаный. Я вообще думал, если находиться недалеко от двигателя, слишком холодно не будет. Без разницы. На один пень мерзнет. Два маловато. Всего 50 надо, да? Так, давай-ка сделаем немножко поинтереснее. Делаем вот так вот. Так, теперь мне нужен контейнер. Здесь тот умеет сати перерабатывать или нет? Чтобы не жалко было помирать. Да, обожаю я эту игру. Он даже сати переработать дебил не может. Где или сейчас есть улучшенный контейнер какой-то? Версия 2.0. Так, ладно. Перезарядились? Перезарядились.
Не, ну это вообще капец как далеко. Ну вот сиди и гадай, ну откуда он пришел? Может, он за мной долго следовал? Ладно, это сейчас не важно. Привет, друган. Тварина какая, а? Он здесь караулит, патрулирует, и я их не вижу. Понял, сволочь. Но правда его еще тогда повредил. Ведь он может быть не один, да? Ой. А вы прикалываетесь? Я раньше с них ценные ресурсы собирал, а теперь я собрал с него такой хлам. Так, ну как ни крути, мне нужен не Оди плюс добавок ко всему. Вот от этого я вряд ли отделаюсь, но дроны есть здесь, и дроны они опасны. И мне надо желательно бы починить себе свое корыце. Сильно повредил. Это пару выстрелов, да? Ничего. Потерпишь. Патронов у меня мало осталось, да? Чувствуется гипердвигатель, как он тянет корабль в одно место. Так, короче, вообще-то я свою основную задачу выполнил, и сейчас пойду на жопу искать приключения. Это мне может сильно обойтись не в ту степь. Так что... Нафиг домой.
Не хотелось бы мне, чтобы меня сейчас подвели. Так, погоди, это планета у нас сколько? 4? А, ну нормально, успеем приземлиться. Подкрепление. Это, наверное, мы базу не попытались напасть. Хотя я не уверен. Ладно. Тащим свою задницу на посадку. Так, ладно, я к вам вернусь, друзья мои, когда я уже построю себе кораблик. То есть на основную задачу мы выполнили, смогли доставить свою пятую точку, смогли. Сколько там времени? Съема прошло. А, ну 32 минуты, на этом я закончу эту серию. Смогли все-таки пролететь и смогли отомстить за себя. Ну, это уже хорошо. Ладно, увидимся в следующей серии, когда у меня хотя бы будет батл, на котором будет хотя бы пулеметная турель. Потому что, ну, это довольно тяжело, я вам скажу.